На стендах Приморского края на ВДНХ все, чем гордится Приморье. Красочные бухты, пляжи, театры, музеи и яркие фестивали. Познакомиться с каждым объектом можно на таком мультимедийном экране. Вот, допустим, здесь сейчас представлен гастрономический туризм, панель. Красивая картинка, которая привлекает внимание. И если мы воспользуемся этой панелью, то как раз будет краткая информация о том, что вы можете увидеть, попробовать, почувствовать в Приморском крае, тут конкретно в разделе гастрономии. Отдельные слайды рассказывают гостям выставки об объектах Владивостокской крепости и о строящемся круглогодичном морском курорте в самом красивом и ярком районе Приморья – Хасанском. Фишка нового комплекса станет большой крытый бассейн. К тому же здесь откроют школу водных видов спорта, аквапарк и развлекательный центр. Туристическая инфраструктура должна располагаться в природной среде. То есть цель, к которой мы идем, чтобы вы там, из своего номера или отдельно стоящего модульного афрейма прям вот в белоснежном халате, в гостиничных тапочках вышли и по лесной тропинке прошли к теплому бассейну или в ресторан. Ну, на завтрак, в 7 утра, допустим. Новый морской комплекс оснастят всеми удобствами. Построят гостиницы, апартаменты и банный комплекс. Отдыхающие здесь могут по-настоящему расслабиться. Строительство комплекса началось по инициативе президента страны Владимира Путина. Поэтому все силы и внимание сейчас прикованы к реализации этого перспективного проекта.